Доброе утро. Вот я проснулась в Катманду. Сегодня первое утро в этом прекрасном городе. Вчера я долго-долго ехала. И, конечно, не сняла, как я ехала в локальном автобусе, потому что, видимо, уже была очень уставшей. У меня было 3 рюкзака, и я ехала в самом обычном автобусе по городу Катманду. От автобусной станции до того места, до Будинатха, того места, где я сейчас живу. Вид из окна моей комнаты. Вообще замечательный вид на буддийский монастырь для мальчиков. Здесь постоянно бегают маленькие мальчики, проходит служение. Кто-то вон играет, смотрите. Это я снимаю из окна моего, в моей гостинице, я еще раз повторю. У меня 2 окна. Вот это внешнее окно, которое выходит на внешний двор и уже не принадлежит моей гостинице «Лотос». А вот это моя гостиница «Лотос» и ее внутренний двор. Я обошла какое-то количество мест, чтобы найти этот отель, потому что то место, которое мне посоветовал мой друг, оно великолепно, но, видимо, то ли очень много туристов, то ли паломников, но все занято. И в Катманду, вот здесь, в Бадинатхе, достаточно дорого жить от 1000 рупий, но мне удалось найти за 800. Это 8 долларов. Вот такое прекрасное место. Ну, совершенно простая комната, конечно же. Я сейчас позанимаюсь здесь. Вот здесь я спала. Вот это вот все мои вещи, с которыми я путешествую. Ярослав, любимый, доброе утро. У нас 8 утра в Катманду, я уже проснулась. И как мы с тобой договаривались, я сейчас тебе позвоню, и будем заниматься йогой, если ты захочешь, конечно. Но я готова. Ура, я в Катманду. У меня целых 2 дня экскурсии по городу. Я в одном из самых лучших мест Катманду, в Бадинатхе. Здесь огромная ступа, огромное количество монастырей. И не тот сумасшедший туристический центр, где очень много туристов и все тусят, пьют алкоголь, как в Тамиле. А здесь спокойно, шанти, буддисты по утрам поют, по вечерам поют. Маленькие мальчики буддийские бегают. Ну, все очень душевно и мило, так как я люблю. Доброе утро! Вот мой йога-мат висит. Я его постирала. Думаю, пойти на крышу заниматься. Там солнышко. А потом у меня будет завтрак, состоящий из папаечки и манго, которые ждут меня. Ну и позавтракав, я пойду гулять по Катманду, снимать видео и выкладывать, показывать вам. Это мой завтрак. Ну вот я уже на крыше. Это вот обзор, то, что видно с крыши моего гестхауса под названием «Лотос». Сейчас я буду заниматься йогой. Здесь уже стираются, вернее, вешаются вещи постиранные. Вот внутренний дворик моего отеля. Гестхауса, конечно. Отель — это очень громко. И я сейчас пойду покажу, где я буду заниматься. Коврик я уже расстелила. Ну,
Ну да, вот в таком месте я и живу. Катманду. А вот моя папайка. Я уже позанималась. Поделала йогу. Поделала пранаяму. Немножко помедитировала. И сейчас я буду кушать папайку. Люблю папайю. А на первом этаже буддисты. Ну, это какие-то буддистские приспособления. Они специально жгут. Мне кажется, они цампу жгут. Очень похоже на цампу. Они специально жгут продукты, чтобы духи могли наесться. Я думаю, так. Sorry, this is цампа? И палочки. Ароматные. Ну, в таком месте я живу. Очень красивая территория. За ней ухаживают. С утра поливают. А я вон там сижу под деревом и кушаю папайку. Это ресепшн. И вот лестница на второй этаж, там, где живу я, на втором уровне. И вот я сейчас захожу в кафе Friendship, ресторан, и иду кушать. Hello! Хочу показать вот эти вот прекрасные картинки. Намасте! Намасте! Привет! Привет! Where are you from? Denmark. Denmark? Yeah. Okay. You hear my accent? Yeah. Nice. That's the only word I know in Russian. Вот так вот все понимают, что я русская. Ну, не все, конечно, но большинство. Так. Ну что, идем кушать. Вот сюда. Намасте! А я сяду вот в этом прекрасном месте. Вот здесь. Big стол. За большим столом. Я себе уже заказала позавтракать. На завтрак я заказала себе момо со шпинатом и тибетский чай. Попробую тибетский чай еще. Субботний день в Катманду. Намасте! Намасте! Специи. А, это для того, чтобы сжигать, наверное, все на огне, потому что похоже на то. И вот палочки. И буддийские монахи сидят. Там что-то. День как день. Катманду. Намасте.
Вчера был какой-то очень большой буддийский праздник, полнолуние и, судя по всему, день просветления Будды. Тот день, когда он постиг это состояние. А сегодня, смотрите, пусто, никого нет. Намасте. Гумпы на территории этой гумпы. Вот здесь вот происходят вот такие вот вещи. Я его там где? Зажигаю свечки для тебя, чтобы у тебя все было хорошо, чтобы ты был гармоничен, счастлив, целостен, самодостаточен, здоров, чтобы ты умел любить и был любим всегда, чтобы ты был благополучен и богат. У тебя все было, что ты хочешь, и ты умела этим делиться с людьми. Чтобы твоя жизнь была направлена на благо всех живых существ во всех мирах. О, мани подмахом. О, мани подмахом. О, мани подмахом.
опять буддийские свечки. Ярослав, я зажигаю свечки для тебя, чтобы ты был здоров, счастлив, гармоничен, целеустремлен, целостен, богат. У тебя были гармоничные отношения со всеми и со мной, конечно же. Чтобы ты любил и был любим. Написаны молитвы, и они когда развиваются, энергия, намерения и молитвы воплощаются в мире. Ну, это я придумала, конечно. Мне нравится эта идея, что когда флажки развиваются на ветру, все, что написано, воплощается в жизнь во благо всем живым существам во всех мирах, проявленных и непроявленных. Все-таки, что ни говорите, буддизм очень красивое учение. Мамочка, пусть у тебя все будет хорошо, чтобы ты была здорова, счастлива, богата, гармонична. Дай Бог, чтобы ты жила долго и радовала нас своим присутствием. Спасибо тебе, родная, что ты есть. Ой, сори, я тебя люблю.
зажгли все свечки. Мы зажгли все свечки с этими прекрасными людьми. You're from Japan? Japanese? No? Nepal? А, Tibetan. Nice. Смотрите, сколько голубей на крыше. Это жгут благовоние, специи для того, чтобы окуривать себя. Пойдем в дом. И вот наконец-то доехали мои друзья Оксана и Паша в Катманду. Вот познакомились с Хрюнделем. Познакомились с Хрюнделем, пока ждали меня. Хрюндели чешется спинка. И мы сейчас идем в наш гестхаус. В результате монах позвал меня, и я иду за ним. Не знаю куда, потому что, судя по всему, он не знает английский, а я не знаю. Where are you from? Where are you from? Окей. Не знаю, куда-то мы идем. Я сегодня везде встречаю этого монаха, и у меня видео с этим монахом продолжается постоянно. Куда бы я ни пошла, я везде его встречаю. Замечательный человек. Om mani padme hum. Om mani padme hum. Om mani padme hum. Om mani padme hum.
Мальчишки везде как мальчишки. Даже монахи все равно играют в лапту, бегают. А я снимаю из окна своего гестхауса, что происходит в соседнем монастыре. Так вот, буддийский монах меня позвал для того, чтобы покормить обедом. От обеда я отказалась, но чай с удовольствием с ним попила. И когда я сказала, что пойду рассчитаюсь, он мне сказал: нет, я заплачу, ты не плати. Вот такой прекрасный монах. Мы часик с ним посидели, очень мило пообщались. Он из верхнего Мустанга. Ну, много интересного мне рассказал, пересказывать не буду. Он маме под мухом. Это все какие-то надписи внутри этого колокола. Какой-то текст. На непальском или на тибетском, мне неизвестно. Хотя я уже, наверное, тибетский-то чуть-чуть знаю. Скорее всего, это непальский язык. Thank you, my friend. Oh, money под мехом. Oh, money под мехом. Thank you. Мне дали просад. Я в колоколе. Я в колоколе. Не получается звонить в этот колокол. Буддийский монах сидит, раздает деткам конфетки. И мне досталась конфетка.
Ну вот так, никто не берет. Да, конечно, красота неописуемая. Все буддийские храмы расписаны фресками, рисунками. И это бесподобно. Ну почему вы замолкаете, когда я начинаю снимать? Я так потихонечку уже. И тут же такие замерли, да, а тут было дынь-дынь-дынь. Мы только что дрались. Да, только что дрались. Я не успела это заснять. С любовью дрались, но с любовью. Зачем объясняют, что это делать? Может, людям вообще не интересно. Да, видишь, даже снимают. Мы заказываем еду. А вот тут не спешил. Мексика спешил, чайный спешил, пицца, сэндвич. Буду есть тукфу. Все. Здесь еще есть прекрасный момо. И вот мне тоже дали палочку, и я опять зажигаю. Yeah.
Ya envejezó.